sing happy birthday to you, and may all your dreams come true. Happy, happy birthday. Уважаемые коллеги, я хотел бы вас поздравить с нашим днем рождения. 19 лет или 20 лет, это вопрос спорный, мы точно не знаем. Но в любом случае, это возраст очень молодой, и когда мы дома, в семье, кого-то поздравляем с 19-20-летием, это прекрасно. Поэтому наша компания такая же прекрасная, молодая, как все 19-20-летние люди, наверное. Поэтому желаю вам всего самого хорошего, здоровья вам и вашим семьям. И продолжайте работать в этой компании. И мы вместе с ней будем становиться старше и мудрее. Спасибо. Дорогие друзья, я от души поздравляю нас всех с нашим общим днем рождения. И желаю нам заряда бодрости, духа, энергии, чтобы его всегда хватало на все новые и большие свершения и победы, которых у нас будет с вами еще, поверьте, немало. Ведь наш рынок, он настолько специфичный, он настолько уникальный, он настолько большой, что мы просто обязаны здесь сделать что-нибудь особенное. Давайте же это сделаем. С днем рождения, дорогие друзья. Уважаемые коллеги, искренне поздравляю вас с днем рождения компании. Желаю вам счастья, здоровья, вам, всем вашим близким, всем тем, кто ценен вам, успеха во всех ваших начинаниях. И с днем рождения. Дорогие друзья и коллеги, всех сердечно поздравляю с праздником любимой компании. Мы все идем к одной цели. Очень нам всем желаю, чтобы путь был легким и приятным, а цель достижима раньше, чем мы этого ожидаем. What makes this company great are the people. Every day you're working hard, helping this company growing stronger. So thank you very much for that. Congratulations, Эйвен, for your birthday. С днем рождения. Дорогие друзья, поздравляю вас с таким замечательным праздником, как наш общий день рождения. Я желаю каждому из нас в Эйвен России оставаться здоровыми и счастливыми, оставаться молодыми и красивыми, оставаться вовлеченными и небезразличными к тому, что мы делаем тут каждый день, получать удовольствие от своей работы, бороться за вещи, в которые каждый из нас верит, мечтать по-крупному и никогда не останавливаться на пути достижения своей мечты. Спасибо, с праздником! Дорогие друзья, поздравляю вас с юбилеем нашей компании. 20 лет в России – это серьезный срок. Я желаю, чтобы еще через 20 лет наши нынешние успехи казались нам просто мелким выполнением текущих задач. С днем рождения, Эйвен! В этот день я хочу пожелать успехов и процветания как компании, так и каждому из ее сотрудников. I'd like to say a big happy birthday to this great company of ours, 126 years young today and with a great future in front of it. Happy birthday, Эйвен! Happy birthday, Эйвен! To all of us, to all the associates, I wish a happy birthday because it is our birthday. You know, before I came to Russia, I was asking everyone like how Russia is, you know, how the team is there, how people are. Because I worked with few Russian people in different regional products, but the reality is that I really didn't know how this team spirit is. And everyone told me, you know, you need to be aware, you know, Russian people are not that warm you are used with. Be careful, don't smile too much because they will think in the best case that you're an idiot. Or don't try to get too close because, you know, they will take their time before they get to know you. And the reality now after 1 year and a half is that I got to meet one of the best team I have ever worked with. Even Russia, it's full of people that maybe they don't show it that much smile like Americans would do all the time on their face, but it's a huge smile in their heart. Once they are in it, they are 100% involved to make it happen. It's a spirit that really made me completely enjoy and be immersed in what this team can do together. It's an unbelievable experience. And this tells a lot about all the people that are making Game One Russia team. Are people with a lot of passion. They are people with no appetite for compromise, which is quite unique, and it's really getting everyone's respect and admiration for what this team is. And I have huge
commitment to this team. Huge appreciation. I really love working with you, Ava Russia. And I wish today at your birthday to look back and really realize how much you've built. Look now and look how beautiful you are, and look at your momentum to build a much more successful future, because you fully deserve it. Happy birthday, Russia.